Ерлану Утешеву грозит до 5 лет лишения свободы. Накануне ему предъявили окончательное обвинение. Экс-руководителя управления энергетики и ЖКХ, совершившего ДТП со смертельным исходом, будут судить по статье 296 части 2. Другими словами, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В пресс-службе ДВД области также сообщили, что дело передано обвиняемому для ознакомления с материалами, после чего оно будет направлено в суд. Напомним, в феврале Ерлан Утешев в состоянии алкогольного опьянения выехал на внедорожнике на встречную полосу и протаранил 2 автомобиля. В ДТП погибла женщина. Чиновника арестовали, в изоляторе временного содержания он находится по сей день.